невероятная энергетика, да, действительно, и вот, вот тот слог, и та правда жизни, которая заключается в этой поэзии, мне кажется, что... А, это так круто! Так что аплодисменты. Ласточка, ласточка, ты передай привет этому мальчику, его 18 лет. Свой день рождения знает пусть о том, что в этом городе кто-то грустит, дает хором. Ласточка, ласточка, ты передай привет. Опа. Мне нужна жертва. Есть кто-нибудь, вот парочка неженатых, вот, но уже собираются такие встречаются. Все, класс. Он на тебе не женится. 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 Близость еще не брак. Время принять решение. Время твой злейший враг. Ты с ним везде катаешься, устрицы и вино, сладкая сказка та еще, а предложений ноль. Шепчут подруги с завистью, принца не упусти. Ты без конца терзаешься, ты поменяла стиль, ближнее окружение, список любимых блюд. И на давай поженимся, вечное я люблю. Кое-что увеличила, даже не отрицай. В общем-то, все в наличии, кроме, увы, кольца. Тикает время в ходиках, возраст не дать не взять. Годи ведет за годиком, дальше тянуть нельзя. Сложное положение, нервы напряжены. Если жених не женится, как его поженить? Чертовы эзотерики, сделайте что-нибудь, чтоб избежать истерики в сумочке фенибут. Наберешься лишнего, словно ночной фантом, грезится его бывшая. В свадебном и с фатой жуткое изображение, слышатся голоса. Он на тебе не женится. Пить по ночам бросай. Роман кончается сказочный подринец, люди не зря встречаются. Брак не всегда конец. Стерпится, значит, слюбится. Сложное в простоте. Все непременно сбудется. Главное — расхотеть. Я даже не знаю, как теперь. Наташа, вот ты пришла, и опять один сплошной позитив. Я тут такая про Никшу прочитала, думала, вот лирика. Вот я знаю, что сейчас прочитать, чтобы опять...